что сейчас я хочу спеть песню совершенно новую. Я еще ее нигде не пел. Это будет такая премьера песни. Премьера песни. Песня посвящается... Сейчас, подожди, водички выпью. Песня посвящается удивительным возможностям современной медицины. Ты переживала, что у тебя не сексуальные губы, что с годами твоя улыбка. Ты в клинику вошла и приобрела сексуальные губы, манящие губы, совсем как настоящие губы. Ты запереживала, что у тебя не сексуальные зубы, что полетели с годами твои частые зубы. Пошла обратно ты, ибо из мечты тебе вставили зубы, сексуальные зубы, под сексуальные губы. Годы летят, но ты опять в отличной форме, бабушка трансформер. Малолетка на рублёк и даже фору, бабушка трансформер. Ты переживала, что у тебя не сексуальные груди, что они слез годами твои острые груди. Ты деньги собрала, что-то продала и принесла домой груди. Две огромные груди, две синхронные груди. Глаза переживала, что у тебя не сексуальная попа, не элитная попа, целлюлитная попа. Знакомая тропой, как себе домой, ты умчалась за попой. Ты теперь с такой попой, что по ней только хлопай. Гордо по улице несет свой пятый номер бабушка трансформер. Жаль, дед не дожил от радости в поле. Бабушка трансформер. После дверей завершил трансформацию тела и пустить тело в тело поскорее захотела. Из поисков тепла ночью повезла свои новые груди, попу, зубы и губы, ты шокировать клубы. И в одной день перед тобой возник сексуальный мужчина, лет 17 где-то, розового цвета. Он за тобой ходил, глаз не отводил, все смотрел восхищенно, а потом вдруг решился и промолвил смущенно. Здравствуйте, с детства я трансформеров поклонник, всех звездных хроник, но не встречал еще модель подобной формы. Бабушка-трансформер, с какой миссией вы прибыли в наш город? Бабушка-трансформер, я помогу вам уничтожить автоботов и десептиконов. И стой, а рыбцы вечера проводят дома бабушка-трансформер. 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 Спасибо. Связанную с Рублевкой. Один человек, владелец банка в Волгограде, поехал в Москву. У него карточка своего же банка. Он сказал службе безопасности, говорит, вы внимательно, говорит, следите, там вот вдруг с меня где-нибудь человек кто-то снимет, какие-то деньги. Говорит, что мошенничество, никого не было. Ну и тусовался в Москве, оказался на Рублевке, поехал Ашевелич, зашел.